Всем доброе утро! Сегодня 21 июля. Всех с праздником казанским. Вот. И сегодня решила приготовить необычно вкусный завтрак, еще красивый. Потребуется творог у меня 9%, сыр не мягкий, легкий 30%, 3 яйца, кусочек моцареллы, соль, мука, ну и специи. Начинаем. 250 грамм творога. Я кусочек маленький отложила, в пачке было 300. Добавила одно яйцо. У меня смесь перцев. Немного. И щепотка хорошей соли. Все хорошо. Перемешиваем. Вот, хорошо все перемешали, и теперь добавляем 3 столовые ложки муки. Сейчас обваляем. Это очень быстро на самом деле. Обваляем в муке. Много муки не надо, только обвалять. Теперь делим на две части. Из шарика сделали вот такие лодочки. Небольшие, сантиметров тут 10. И в них сделали углубление. И включили уже духовку и разогреваем ее до 190 градусов. Такое солнышко яркое. Там, где будете выпекать, застелите бумагой, смажьте растительным маслом. Вот наши лодочки. И смажьте их желтком. Духовка уже разогрета до 190 градусов. Выпекаем 10-15 минут, в зависимости у кого какая духовка. Подготовила сыр и моцареллу. Моцарелла вот такой был, шарик половину ушло, лодочки небольшие. Заменить все это можно сыром сулугуни. Это будет тоже очень вкусно, но в этом случае мы тесто уже солить не будем. Потому что сулугуни соленый. Сырники выпекаются пока 10-13-15 минут без начинки. У меня ушло где-то 14,5 минут. Ну, 15 нормально. Теперь аккуратно, смесь я перемешала, выкладываем. И посередине оставляем небольшое углубление для желтка. Посыпала сверху смесью перцев и паприкой. Чуть-чуть подсолила. Получается одно яйцо в тесто, один желток на смазывание и два желтка сверху. В итоге одно яйцо и три желтка. Ставим в духовку на 5 минут. Готово. Вот сырники в таком исполнении. Аромат. Вот так должно разливаться. Всем приятного аппетита, прекрасного дня. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!